Всем здорово, с вами Вова. Сегодня я вышел в такую чудесную погоду, чтобы снять очень интересную битву помимо нерф. Это Фанган против Икшот. Погнали! Хотелось бы сначала рассказать то, что это Фанган, ну точнее это Дарзон, просто Фанган переделал и продавал в России. Сейчас у них нету таких бластеров в продаже. А Икшот это просто бренд, который реально начал эволюционировать в крутые бластеры. И почему, вы наверное спросите, я такой огромный бластер сравниваю с таким маленьким. А я скажу, все просто. Этот бластер стоит 1100, а бластер Икшот за 1100 это плюс-минус такой же пистолет, только немного побольше. И разницы в них особо нет, так что можно сравнить и с этим. И кстати, почему я не стал у Икшота брать такой, ну, вот такой бластер вот с размером этого, чтобы снять обзор? Потому что он по мощности стреляет, как и их большой бластер. Я сравнивал, потому что на коробке, слава богу, хорошо сделали то, что написали, сколько каждый бластер снимает FPS. И вот этот вот достаточно офигенно стреляет для своей-то цены. Давайте перейдем к Фангану. У Фангана есть в комплекте один модуль, это стволик. И он помогает. И на него можно нацепить три аксессуара для нерф. И да, они подходят. У Фангана не очень удобна ручка, потому что вот эта вот квадратная часть очень мешается. Есть вот такой держатель, чтобы держать. Легко вращается барабан. Объем барабана это 8 стрел. Спуск. Ну, так себе по звуку. Давайте пробежимся теперь по Икшоту. Икшот. Во-первых, у него хорошая компактность. У него есть холдеры. Холдеры. И к нему идет, наверное, в 2 раза больше стрел, чем к Фангану. Допустим, тут помещается 1, 2, 3 пули, а в комплекте шло даже 8, не в 2 раза, а еще больше. Да, никаких модулей не нацепишь, но затвор очень мягкий, очень легкий, очень легко заводится и легкий спуск. Ручка маленькая, но она очень удобная. Еще кое-что я хотел выделить у Икшота, это то, что с их эволюцией, то, что они начали улучшать бластеры, у них и улучшились пули. Они стали плюс-минус по дизайну и по стрельбе такие же, как у Фангана. Ну что, предлагаю их сравнить по стрельбе, по дальности. Погнали. Сначала будем стрелять из Фангана. Фангановской пулей. Достаточно далеко улетело. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10,5 метров улетело от Фангана, но это со стволом. Сейчас мы еще проверим, сколько улетит без ствола. Вот. Стреляем без ствола из Фангана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. На 16 метров улетело. Это просто офигенно. Давайте переходить к Икшоту. Сейчас будем стрелять из Икшота Икшотовской пулей. Бам. Нифига себе мощно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На 15 метров улетело от Икшота за 600 рублей. Это просто огонь. Предлагаю переходить к итогам. Что же говорить об итогах? Я твердо вас заверяю, что вам надо покупать только Икшот. И желательно только за 600 рублей. Потому что разницы между Икшотом, который вот за 600 рублей, и который за 1000, просто нет. И я даже сказал бы то, что его, точнее их несколько, лучше купить, чем один большой от Икшот. Потому что
по расстоянию стреляют столько же, только плюс у больших бластеров фигшот то, что там больше боезапас. Что насчет фангана? Бластер, ну, по сравнению с фигшотом, это нет смысла покупать, тем более то, что он уже нигде не продается, но вы можете его купить на Авито. Ну ладно, ну а с вами был я, и всем пока. Подпишись на Вована Микс, подпишись на Вована Микс, подпишись на Вована Микс.